Всероссийский турнир на призы президента Федерации спортивной борьбы города Сочи Рубена Татуляна считается одним из престижных в стране. В этом году турнир проходит в 6-й раз. Выйти на ковер спорткомплекса отеля «Весна» стремятся борцы разных возрастов со всей России. В этом году участников около 400. Кстати, Александр Карелин, именем которого назван спорткомплекс, стал почетным гостем соревнований. Здесь 400 участников. Соответственно, заинтересованная публика, потому что борьбу любят в Краснодарском крае, в Сочи особенно. Рубен Абас Татулян посредством уже скольких лет развивает борьбу, и не только здесь, на территории центра, не только здесь, на пансионате «Весна». Участниками турнира стали и 80 сочинских спортсменов. Для них спорткомплекс «Карелина» – это родные стены. Местных борцов регулярно приглашают на совместные с командой России сборы. Такая практика дает свои результаты. Сочинские спортсмены уже входят в состав сборной края и Южного федерального округа. Рубен Альбертович Татулян, он каждый сбор оплачивает, поездки разные. Всегда смотрит за тем, что подключить молодых спортсменов в состав сборной России, потренироваться, на них тоже набрать опыт. Спорткомплекс «Карелина» воспитал 27 олимпийских чемпионов. Они тренировались и росли профессионально и в этих стенах. А скоро в Сочи станет на один такой зал больше. Федерация спортивной борьбы города строит его в селе Пластунка. Федерация 1700 мальчишек, занимающихся, плюс 36 тренеров у них. То есть, слава богу, мы только хотим, чтобы это только развивалось. И, соответственно, в каждом районе использовать те залы, которые были старые, восстанавливать, реконструировать. И чтобы дети в один определенный район ездили. Сочинские спортсмены на всероссийском турнире на призы президента Федерации спортивной борьбы города Рубена Татуляна показали высокие результаты. Наши вольники завоевали 3 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых медали. А победа в состязаниях может дать шанс борцам получить звание кандидата или мастера спорта. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.